Наш пресс-центр retail.ru продолжает интервью с производителями интересных товаров. Здравствуйте, представьтесь, какую компанию представляете? Добрый день, я представляю интересы компании с вертикально интегрированного холдинга, который называется торговый дом «Колос Урал». Что мы можем рассказать о себе? Во-первых, я проговорила, что вертикально интегрированный холдинг. Что это значит? Это значит, что мы занимаемся выращиванием кормов, которыми кормим потом уже своих уток и гусей. Собственно, наша компания специализируется на производстве мяса уток, гусей и полуфабрикатов в охлажденном, в замороженном виде. Помимо этого, мы развиваемся еще в одних направлениях. Это производство вот таких вот чудесных деликатесов для собак и кошек. Граммовка, ассортимент абсолютно разный. Более того, у нас есть свое направление. Мы занимаемся выпечка вот таких чудесных хлебных палочек, вот таких кексов, у нас свои хлеба. Более того, мы сейчас на рынок выводим просто бомбу. Почему бомба? Потому что эта позиция уникальная, ее нет на рынке, ей нет аналогов. Это самса с мясом утки, то есть с фаршем утки. То есть это тот продукт, которого нет ни у кого. Я уверена, что мы с этой новинкой взорвем. Приглашаем во все федеральные сети. Наш стенд от Курганской области. Благодарим Курганскую область за центр поддержки, за то, что выбрали нас. Нам доверяют, нас любят. Приглашаем в гости к нам в Курганскую область. Ждем вас за нашими продуктами. Уверены, что наша продукция полюбится вам всем. Мы открыты к предложениям. Спасибо большое, мне абсолютно добавить нечего, лишь пожелаем вам удачи на нашей выставке и надеюсь, ваш продукт найдет своего покупателя в нашем лице и вы найдете много бизнес-партнеров здесь. Спасибо большое. Благодарю, спасибо, всем удачи, до свидания.